Всем привет, дорогие друзья, это канал SkyCrawler. Давненько не было у нас никаких видео. Вот, сегодня есть огромный повод. Сегодня у нас Resident Evil 7. А я как поклонник серии Resident Evil хочу его попробовать. Вот, я сразу скажу, что вчера я записал видео в PlayStation VR. И сразу скажу, что мне это не понравилось. Почему не понравилось? Потому что качество оставляет желать лучшего. Однозначно, они просто запороли картинку. Уж не знаю, с чем это связано, но демка воспринималась гораздо лучше. Нет, эффект погружения есть, все трехмерно, все красиво. Но такая мазня, которую они сделали, это просто, это звездец. Это даже словами не описать. Я говорю, я вчера еще хотел выложить это видео, у меня там было много мата по этому поводу, но ладно. Скажу сразу, что тот же Until Dawn, тот же Robinson The Journey, они дают более качественную картинку. Там у меня сейчас котейка мяукает, так что, сори, я его просто в комнату не пускаю, он там матерится. Вот. Я решил его проходить без VR. Если вы захотите, чтобы я проходил его в VR, напишите в комментариях, и я его начну проходить в шлеме. Вот, в каске, блядь. Вот так, New Game. Я не знаю, какой выбрать, почему, потому что мне бы не хотелось превращать это прохождение в какой-то высокохудожественный анонизм, потому что, ну, блин... По 20 раз умирать на одном месте тоже не круто, так что давайте возьмем легкий. Это все-таки не хардкор прохождение, это не спидран, это не какое-то там мерение писюнами. Поэтому поехали. Привет, милый. Хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. Отличные новости, скоро я вернусь домой, ура. Поскорее бы разделаться с этой работой и вернусь домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Мне надо работать. Я люблю тебя, Итан, и очень по тебе скучаю. Посылаю тебе 1000 поцелуев. Пока, детка. Я, ребят, буду все читать, все смотреть, везде залазить, то есть... Это прохождение будет не просто тупой спидран, то есть я буду стараться залазить в каждый угол и так далее. Итан, ты был прав. Я солгала тебе, нельзя было, но... Одно скажу, если ты это получишь... Не приезжай. Но вообще она говорит, stay away... Как бы держись подальше, но наши так перевели. Сразу скажу, в VR вот эти заставки смотрятся просто как будто в кинотеатре сидишь. Привет. Hey, о, это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез. Да, да, нет, со мной все хорошо, дело в Мии. Она не погибла, она жива, она вернулась. Я не знаю, но знаю как, но она вернулась, она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Делви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, но что если это она? Я должен выяснить, что произошло. Я буду вам читать, собственно, все комментарии, все газеты и так далее. То есть заморачиваться вам не надо будет с этим всем безобразием. Я прошел первые где-то 50 минут игры, то есть я уже видел, что там будет. И да, сюрпризов для меня не будет. И вот я сразу скажу, что, блин, вот просто играя на телевизоре, это, конечно, круто. Это здесь. Ну, конечно, это здесь. На чем ты у нас приехал? Это Dodge, по-моему, или что это? Это не Charger, случаем? Возможно. Ну, в общем, погнали. Как я и говорил, все документы я буду читать, и так далее, и так далее, и так далее.
Последний раз видео я выкладывал где-то с месяц назад. К сожалению, ребята, был предпраздничный сезон. Было очень много работы, куча всего. Ну и сами понимаете, это было не очень интересно заниматься подобными вещами. О, домишко. Так, проверьте поставленную задачу. Смотрим. Это карта. Как всегда, я играю практически без звука, поэтому для меня все скримеры и прочее будут более неожиданны, чем для вас. Никто не отвечает. Большой домишко. Вот тут бы как раз бы болторез понадобился. На самом деле, блин, я очень люблю серию Resident Evil. Я начинал еще с PlayStation 1. Я прошел их все. И даже на Dreamcast в свое время прошел Кода Веронику. А не на PS2 уже Кода Веронику X. И, блин, очень интересно, как они все-таки связали это все. Потому что шестая часть была откровенным шлаком. Не знаю, кому она понравилась. Мне понравился конец за Криса Редфилда. Потому что он напоминал мне классические серии Resident Evil. Когда отчет времени, женский голос говорит. Тут босс, собственно, Лупилова происходит на секретной базе и так далее. Так, мы видим что? Что мы видим? Штативы. И, собственно, это из демоверсии эти... Съемочная группа. Давайте подойдем, посмотрим, что там внутри. Так. Аллигаторы в канализации, 17 серия. Предлагаемый проект. Прокрадитесь в лузианский дом с привидениями. Ну, это, собственно, та троица, за которую мы играли. Так, стоп. Это получается, мы играли тогда за длинноволосого парня вот этого. Ладно. Так, что у нас тут? Прими ее дар. Бред собачьего. Так. Так вот. Я не допрошел таки еще Resident Evil 4, потому что, ну сколько я его могу уже проходить? Я немножко уже подзапарился. Вот, и, о, дед, стой, дед! Ну-ка, мы можем его догнать? Так, перепутал, пардоньте. А, все, деда нет. Понятно, пойдем за ним. В общем, играл я во все части. Даже на 3DS в свое время прошел Revelation. Я 3DS очень люблю и уважаю. У меня сейчас New 3DS есть. Так, вороны какие-то. Блин, сразу хочется ствол достать и расстрелять их. Как в четвертом. Мать мою. Так, а ну-ка, курицы свалили. Это что такое? Бля, я поначалу подумал, что это, короче, чьи-то штаны валяются болотные. Это, походу, туша разделанная. Ну, поднасрали они, конечно, с графикой, блин. Поднасрали. При этом, что я играю на PlayStation 4 Pro, как бы, я вижу, как прорисовываются тени и дальность прорисовки. Это немножко, как бы, блин, обескураживает. Тут нет ничего, что могло бы как бы сказать, бля, чувак, эта графика супер, извини, но я не могу грузить больше. Ни хрена подобного. Так, вышка водонапорная. Шашлыки. Никого нет. Не, ну я-то знаю, что тут как бы, ну да, что здесь. Ну, знаете, как бы вам-то интересно. Так, шумка. Покопаемся. Водительское удостоверение. Техас. Э, ты чё? Всё, что ли? Окей. А вот, кстати, и тот самый дом, который был в демоверсии. Только мы ночью здесь появлялись.
в записи на видеокассете. А сейчас можно его рассмотреть поближе. Качели. Давай покачаем. На самом деле я очень надеюсь. Я не знаю, какой там сюжет, я не смотрел. Но, блин, надежда на то, что здесь будет все-таки какая-то отсылка к старым частям. Не просто там, знаете, как было в Evil Within, когда там первый же зомби, не зомби он был, поворачивал голову так камерно, в общем, как в оригинальной игре. И, блин, темно, как у негра в жопе. Так, стоп. Угу. Походу, дедуган нас тут запер. Опять же говорю, для меня это все гораздо страшнее. Почему? Потому что я играю без наушников. Ну, погнали, посмотрим, какие тут изменения по сравнению с демо-версией. Так, кухонька. Опять же повторюсь, будем залазить везде и вовсюду. То есть это не будет тупым спидраном, типа, чтобы быстрее пройти, быстрее показать. Поэтому серий может быть много, но они будут небольшие. Я попытаюсь их сделать минут по 30, по 25. Тараканцыны. А, блин, твою мать. Вообще-то он говорит фак, фак, фак. Так, фотография. Что на ней изображено? Девушка. И, блин, вот кто мне скажет, что там вот нарисовано? Я лично не пойму. Я пытаюсь ее светить, она, блин, отсвечивает. С другой стороны ничего. Здесь у нас комод закрыт, просит что-то применить. Так, тут тоже у нас активно. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Кстати, тоже странно, чуть-чуть, вот буквально сводишь прицел, все пропадает сразу. Ворона на месте, ворона на месте. Кстати, на прошке вот этот эффект есть. Червей движущихся. Ну, тут, как всегда, кабачки. Первые кабачки. Так, там кто-то бушует, что-то там звуки какие-то. Закрой это говно. Так. Тут был, снимался сюжет, сюда погнали. Почему я сейчас вот и говорю, что без особого энтузиазма? Почему? Потому что я уже знаю, что будет дальше. Ну, до определенного момента, как бы. Бабища, которой нужно было в голову воткнуть топор. Так, манекены. Манекены пропали. Это что за хуйня? Да, кстати, будет мат, вы уж извините, но матюгаться я люблю. Кассетка. Так, кассетку мы взяли, давайте сохранимся. Я как и говорил, что я вот поиграл немножко в VR, но нафиг, 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 нафиг. Захотите, вот я говорю реально, захотите, буду играть в шлеме. Но пока пусть будет так. Какие-то шаги постоянные. Там просто есть еще такая большая проблема, что все ваши субтитры начинают пропадать в стенах и в людях. А точнее в Мии в той же. Так, тут как всегда заколочено. А куколок не висит. Проверим сразу подгнившую дверь. Открывай, сова! Так, ну поехали. Вот так комната, в которой мы начинали. Так, что у нас здесь? Это, походу, по сути, Мия, я так понял. Тут ничего. Так, чьи-то ноги и мушина. Мушина. Так, здесь нам нужен будет предохранитель, пианино. Да, кстати, вот этот прикол был, у меня в VR почему-то эта крышка была так отодвинута, что она не стучала. Ага. Дверь, клетка. Больше на тюремные двери похоже. Так, чего у нас тут? Похоже, это владельцы. Ну, собственно, давайте все по канону. Погнали.
Посмотрим видео. House Evening 1, Delvey Haunted House. Рехерсал какой-то, блядь. Угу. Бу! Где ты откопал это? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботьтесь, чтобы в этот раз со звуком все было нормально, а то будет как в Артмилла. Может, хватит? Два гребаных года прошло. Вот еще. Новичок, что-то он мне не нравится. Ты опять за свое? Просто не удивляйся, если придется искать замену. Новый план. Сначала смотрим дом изнутри, а потом уже снимаем вступление. Ага, как всегда. Кстати, не забудь упомянуть название шоу, ладно? Без проблем. Сегодня в ужасах канализации вас ждет очередная странная развалюха. Доволен? Пляшу от счастья. Я так понимаю, тут ничего не изменилось. Ну что, мотор? Ладно, поехали. Отойди. Заперто. После вас. Так зачем мы в этот раз сунулись в ад? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. О, тут призраки. Твою мать, я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, а не ведущим. Чего-чего? Ничего. Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Клэнси, сними-ка вот это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщин, Бейкеры, Джек и Маргарита Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя бы их сын Лукас и болтали много всякого, типа дурная кровь. В баю замечены призраки. Зачем я только надел свои лучшие ботинки? О, черт, хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя это же отличный фон. Андре, что думаешь? Андре? Андре? Клэнси, ты видел, куда он пошел? Я уже даже знаю, где он висит. Так. Этой штуки не оказалось, блин. Я что, должен, блядь, пальцем ковырять, что ли, этот замок? Этой гребаной штуки здесь просто нет отмычки. Может, под столом где-то? Да нет. Ладно, хрен с вами, пойдем дальше. Где он? Невероятно, блин. Последний раз с ним работаю. Продюсеры, знаешь ли, приходят и уходят, но хорошие операторы, такие как ты, Клэнси. Не отходи далеко. Хуй сосать или понюхать. Мы пойдем другим путем. Как я и говорил, будем сейчас залазить в каждый угол, в каждую щель, смотреть и думать, где же, что же, как же. Ничего нет. Тут тоже. Нет, друзья, ну так дело не пойдет. Там ящик закрытый. Там же была отмычка в демоверсии. Ну я понимаю, что они все поменяли, но как бы, ну хрен знает. Да, серия будет уныленькая. Почему? Потому что я как бы уже видел, что происходит здесь. Правда, все это в шлеме пережил, но да ладно. Что за хрень? Ты слышал? Андре? Где он, черт побери?
Андра, где ты, мужик? Да давай ты, тяни, ну что ты, какого черта? Это что, блин, шутка такая? Похоже, это те люди, о которых рассказывал Андрей. Андрей, свалим отсюда, к черту это гребаное шоу. Ну да конечно, блядь, тут можно обосраться. Давай, двигай жопой, ублюдок. Хотя мужик-то не ссыкун на самом деле. В демке Китчен он пытается спасти нас. Даже погибает у нас героически он. Чё там? Вон он твой Андре стоит. Ты первый. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь лестницу. Да, поэтому ты первый. Конечно. Ладно, хрен с ним. Поехали. Так, видишь чего-нибудь? Что там внизу? Я уже знаю, что тут внизу, блин. Вон он стоит. Вот единственное, давайте вот сразу посмотрим. Смотрите, он стоит, за что-то держится. Такое ощущение, то ли, ну, вроде ему в рот воткнули эту трубу, но она не настолько торчит, чтобы там что-то повредить. Ладно, иди сюда. Давай полежим вместе. Ну вот я же говорил, там труба еле торчит, а у него уже такое чувство, что мы там разворотили все. Хотя, видимо, заразили. О, дед пришел. Здорово. Так. Боже. Вообще-то он сказал Иисус. Ну да ладно. Так. Дернем за эту штучку. Так, дверца-то и откроется. Так, тут ничего не лежит. Ни ключа, ни предохранитель. Блять, тараканы, ненавижу тараканов. Ладно, погнали. И в демке этой лестницы, кстати, не было. Да, понеслась, блядь. Плесень, понимаешь ли? Давай, ну вот черт. Йорт, побьёри. Так, смотрим. Ничего у нас тут нет. Тряпки какие-то. Ладно. Так, вот эта труба, на которую Андре насадили. Но что-то я как-то не вижу, чтобы он там прям страдал. Как бы это не метровый кусок там, и тем более не полуметровый, чтобы он там не торчал из головы. Хотя, блядь, что я несу? Так, вот это, кстати, эффекта в VR нет. Видите, вот смотрите, я отхожу, вот вода. Такого эффекта нет. Я, во всяком случае, его не видел. Так, куда мы идем? Твою мать, жижа болотная. Красиво, конечно, сделан этот момент. Волны расходятся, ага. Уже два раза, блядь, разошлись. Да я как грёбаный... Фу, чё за пердёж с-под воды? Как грёбаный Моисей. Так. Какой-то свет. Что за бурляйтунг? Или это капает? А, это капает. Ух ты, ёб твою мать, блядь, поплавок. Он ни низок, ни высок. Это же Андре. Здорово, мужик. Ну чё, двери будем вышибать? Такое ощущение, что я его насилую. Ладно. Где твое лицо? Гюльчатай, ебё мать, покажи личико. Да у вас, батенька, глисты.
Круто. Вот если бы он сейчас встал и пошел, было бы еще круче. Еще бы так, о-о-о, как они умеют, блядь, делать. Так, что у нас здесь? Я не понял, что это было. А, это у нас типа блики. Люди. На блюде. Может, это без вести пропавшие, которые 20 человек? Как я и говорил, мы будем сразу и сюжет разбирать, пытаться. Так, здесь раз, два, три. А, Бабиша, вот это баба. У нас, значит, так, дальше, мужик с бородой. Ты где? Бородулин, блядь. Бородач. Рот твой. Наоборот. Что-то я его не вижу. Так. Унылый дяденька и бородач. Унылый дяденька, по-моему. Нет, блядь, это не он. Так. Что-то не видать. Ну, короче, странно. Видимо, это те люди, которые пропали. Куята всякая. Так. А вот это уже интересно. Есть что? Нет, ни хрена. Там есть что-нибудь? Какие-то проходы, блядь. Так, это чего у нас тут? Херобора какая-то, говорит Куплинов. Так. Наркоманы, блядь, тут собираются. Вот что это такое. Это рафити их. О! Так, это походу автосейф, я так понял. Пока я туда не пойду. Еще фотографии. Блять, шкаф, такое ощущение, что он, как бы его можно убрать. Так. Болторез. Ну, вот теперь понятно. Кстати, можно им ворота открыть? Это что такое? А, смотрите, короче. Прикол вот в чем. Это список людей. Видите, Кленси, это оператор. У него L стоит, значит, типа live, живой. Андре мертв, Питер мертв, Трэвис обращен, Уильям мертв, Шон мертв. То есть это, короче, список тех, которые были здесь люди, и те, которые умерли, и обращенные. Ведь Кленси-то спасается в конце демоверсии. Вот. Ну, типа там ЛСД у него обнаружили, видеокассеты не обнаружили и так далее. Ага. Так, Мия, у нее вообще ничего не стоит. Хайди обращена, Клайд мертв, Линдси обращена, Стивен обращен, Натаниэль мертв, Эдвард мертв, Надин мертва, Алекс мертв, Том мертв, Рейд обращен, Сьюзен обращена, Джозеф мертв, Дэвид мертв. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 человек. Из них только одному удалось спасти. Это нашему оператору. Так, что-то мне подсказывает, что это и есть Мия. Бля, да я знаю, что это Мия. Жена, муж пришел, борщ давай. Давай, иди сюда, ну. Ты бедная девочка. Так, Мия, слава богу, я тебя нашел. Это я, Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Что ты хочешь сказать? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Что, правда? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя видел? Он кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка идет сюда. Надо уходить. Папочка, надо уходить быстро. Она, кстати, в VR смотрится потрясающе. И, к сожалению, вот не передать персонажа с помощью вот 2D картинки, потому что в 3D куда ты меня ведешь?
Безопасное место. Ты как скажешь мне, что здесь происходит? А, так ты скажешь. А, ты пропала без вести 3 года назад. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Она очень круто смотрится, у нее обалденная анимация, у нее даже лицо красивое, вот, вот просто лицо красивое, вот, вот девушки. Че там? Ой, да ладно. Я сейчас сам испугаюсь. Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас, сначала надо отсюда выбраться. Ну, сейчас пока обосраткина не будет, сюда, по-моему. Давай, давай, родная. У меня 3 года жены не было дома. Мне бы сейчас не об этом думать. Так, инструменты. Ну, судя по всему, тут что-то делали. Цепь. Это катетер или не катетер? Да, это катетер. Зажимы. Откуда, блядь, я все это знаю? Так. Мэйниак. Вот кто он. Мия, нам надо поговорить. Я когда увидел твое послание... Не я. Это не я. Как это не ты? Это не я. Ладно, но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. А теперь нам сюда. Ну, спасибо. Это что за мешки? Это похоже на какие-то эти, блин, желудки коровьи. Так, ничего мы не пропустили. Кстати, вот... Блять, куча вот этих банок такая же, как на кухне, только та с горкой. Ладно, хрен с ним, пошли за ней. Можно открыть? Нет, нельзя. Она меня больше пугает сейчас в темноте, чем кто-либо другой. Нет, ты точно знаешь, куда идти? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Походу, тебя той же телятиной накормили, которая лежала в коридоре в демоверсии. Я говорю, мне очень интересно, последний крутой резидент, который я проходил, это Revelation 2, он мне дико зашел. Поначалу я его просто терпеть не мог, но потом, когда я себя пересилил, обалденная игра. Вот, пришли. Я надеюсь, что у этого резидента хоть какая-то связь есть. Мы на месте. Со старыми сериями, потому что это будет просто, блять, удар в сердце. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Да блин, вот она, вот за этой доской. Ее здесь больше нет. Нет, нет. Вот она, дура, блин, оторви фанеру. Мы стоим одной семьей, раз уж ты пришел. Так, а вот это уже странно. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Вот сейчас слышали, что она сказала? Она сказала, мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. Девушка. Мия, надо отсюда выбираться. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Я чуть было не подумал, потому что без звука практически играю, что это Мия сказала. Побудь пока здесь, я пойду осмотрюсь. Так, что у нас здесь? Е-001. Есть здесь что-то? Так. Бабка. Бабкина оладушка. Оладья. Даже так. Сегодня мой друг пошутил, я дико ржал с этого. Так, что здесь? Пукла. Ну да, под юбку не заглянешь. Ну да хер с тобой. Оставь меня в покое. Мия? А, ну да, но как я и говорил, фанеру проломили. Но только, походу, тут не только фанера, тут целая дверь, блин. Давайте сначала осмотримся. О, так это же выход с этого подвала, где дедуган своими гнилыми зубищами ржал. Так. Я прошел до момента с Мией. Ну ладно. Ничего нет. Блин, прикольно, дождь идет.
Гроза в таком доме. Абонент не абонент. Так. Карта гостевого домика. Ну-ка, давайте посмотрим ее. Так, вот я вышел из подвала. Ванная. Так, отсюда я, походу, пришел. Да, вот микроавтобус. Вот основной вход. Вот отсюда я приехал, пошел сюда. Прошел здесь. И зашел с черного хода. Теперь он закрыт. Так, у меня впереди ванная. И закрытая дверь. Да, дверь закрыта. Так, посмотрим, что у нас в ванной. О, абсент. Ха, еще один абсент. На, конечно, с этой хай... Блять, что за шум? Что-то мне сейчас сдается, что-то будет, блять. Так, а вот это уже нехорошо. Э! А ну хорош! Ух ты, ёб твою мать! Мадам, да вы охуели! Иди отсюда, блядь! Что-то она какая-то подгнившая стала. Это что-то нехорошо. Это что, блядь, доктор Джекил и мистер Хайд, что ли, блядь, включили? Иди отсюда! Э! Какой нож, блядь? Я с голой жопой на ежа не пойду. Не-не-не-не-не-не, мадам, такие дела... Ух ты, блядь, она мне еще руку проткнула. Иди отсюда, блядь. Don't wait, блядь. Don't shoot me, нахуй. Делай хоть что-то, блядь. Да упирайся же ты, ну. Молодец. Давай, 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 давай. Что-то она реально какая-то подуставшая. Э, мадам, ты куда втыкаешь-то, блядь? Так, у меня аптечка есть, у меня есть абсент. Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня. Блять, да это мистер Хайд тебя пробирается. Убирайся, оставь меня в покое. Я поступила плохо, так мне и надо. Но что-то мне это не очень как-то воодушевляет. Мия, как ты? Черт возьми. Да, Мия, как ты, черт возьми? Да я бы тебе еще, сука, напинал бы. Использовать аптечку. О, абсентиком польем, все нормально. Как ее пнуть-то, блядь? Потоптаться по ней. Вот так вот, падла, получи. Ну, судя по всему, тут ни хрена нету. Кстати, а вот эта вот художественная композиция открывается? Там есть что-нибудь? Нет, там ничего нет. А штиблет это у нее, блядь, модные. Смотри. Э! Да ты чё творишь? Оставь меня. А я чё по-твоему делаю, блядь? Топор мне. Давай быстрее, бери его нахрен. Э! Иди нахуй. О, пошла жара. Блин, она тут же в лице поменялась. Это что за вирус такой новый? Я что-то понять не могу. Это реально не смешно. Что за вирус? А ведь это моя супруга. В рот ее трижды.
Так, ну дайте хоть что-нибудь же, ну, ну что же вы, блядь, такие скупые-то? Картины можно подвигать? Нет, нельзя. Ой, что-то, блядь, у меня неспокойно на душе как-то. Так, погнали. Ох, не надо было тебе этого делать. Кто это? И что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Иди туда немедля. Открылась дверь. Я взял топьёр, ну. Зачем было стену ломать? Опа. Так, письма те же, все то же. Понятно. Погнали дальше. Надеюсь, не будет Welcome to Family, Sun. Так, тут был магнитофон. Вот, блядь, что за розетка, сука? Вот прям, вот хочется мне туда, сука, два пальца воткнуть. Ладно. Ну что, друзья, все, в принципе, эта серия все закончилась. Как я и говорил, я буду делать небольшие серии. Почему? Потому что просто не вижу смысла делать огромные, потому что их никто, блядь, не смотрит. Никто не будет сидеть час и там с варежкой там смотреть все это. Ладно, в следующей серии увидимся, продолжим. Вот с этих, вот буквально с этого момента я даже не знаю, что будет дальше. То есть, соответственно, и эмоции, и все остальное будут зашкаливать, судя по всему. Плюс, что мне еще делает, грубо говоря, усложняет даже задачу. Дело в том, что у меня я не использую наушники, хотя могу использовать гарнитуру от VR, которая шла в комплекте. Но, блин, короче, я играю практически без звука. То есть, все скримеры, они где-то что-то слышно, но где, что и как, фиг знает. Так что... Всем спасибо за просмотр, не знаю, подписывайтесь, ставьте лайки, я очень надеюсь, что так и будет. Если вы хотите, чтобы я проходил игру в PlayStation VR, что ж, без проблем, пишите в комментариях, делитесь своими впечатлениями и так далее. И давайте, наконец, обсудим сторону техническую в VR ее. То есть, мне будет интересно услышать ваше мнение у тех, у кого действительно есть шлем, и вот обсудить все косяки, которые были. На этом всем спасибо и... Всем пока!